Сотрудники полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели акцию в поселке Барвиха по профилактике краж из квартир и дачных домовладений. Полицейские провели беседу с местными жителями на улицах, во дворах, в парке, разъяснили, как не допустить проникновения злоумышленников в жилище, ответили на все вопросы и дали ряд полезных рекомендаций.